Сейчас у нас кандидатура дать звание имени 80-летия Алтайского края самой школе, потом имя Героя России Олега Анатольевича Пешкова, который у нас был убит сирийскими истребителями вот в ноябре 2015 года, у нас житель из Косихинского района, и председателя горосполкома Анатолия Ивановича Мельникова, который раньше был, как бы, можно сказать, главой города Барнаул.